И почему ты еще не на стримах Hell Yeah Play? Наши отечественные таблетки, они не доведут консервную банку до взрыва. Не беспокойтесь, ага. Они мало на что способны. Тупица! Бля... Нассал под дверь, ребят. Вот почему котики лучше. Да-да. Как будто бы они несут. Как будто бы они несут, блин. Темную тему вруби. И чё? Слишком долго, но я хочу посмотреть просто, что он высорит-то в итоге. Okay, one, two, three. I will never fall in love again until I... Только дроча, такая крутая подготовка, такие, блин, такая техника жесткая, и так, и сяк, и, бля, ну, честно говоря, фотки получились реально так себе, ну, типа, норм, просто норм, бля, не знаю, хуйня, конечно, полная, ладно. This girl has the best job in the world, as she is motion capture actress. In this special suit, she performs various movements that are later applied on characters in games. Кстати, жесть на самом деле. Even though this girl makes it look completely easy, this job is not for everyone because every move she makes is incredibly smooth and full of emotions, which is impossible. На самом деле, да. She is so dedicated to her role that she even learned how to teleport. If you know any of these animations, subscribe. This girl has. Ой, на самом деле пипец, вот именно задавать изначально вот эти вот все вот штуки и так супер плавно. Нам, да, в жопу за заказ фильмов. Сеньора, со 100 долларов. А, по-моему, мы видели это, не? Господи. По-моему, видели, да. Когда сел на тренажер после девушки? Слабачок. Погнали. Спидран по ТикТоку. Поехали. Почему у всех древнегреческих статуй такие маленькие пинчики? Греки считали стоящий пенсил проявлением дикости и запрещали статуи с готовой к наточке шпагой. Две компании Победа показали, как... Бля, меня аж корёжит нахуй, когда я слышу такую озвучку. Спидран по ТикТоку. Поехали. Это потому, что они считали стоящий пенис чем-то таким. А это потому, что тогда так было принято. То есть, блять, это просто... Бля, меня аж переклинивает нахуй. Это настолько не в тему, что, блядь, это просто... Это просто, блядь. Вебку побольше? Это просто, блядь. Погромче шорты? Не имеет смысла делать громче, потому что какие-то громче, какие-то нет. Это, блядь, не тихий, это просто шорты такой тихий, понимаешь? Если я могу, конечно, поднять, но некоторые другие шорты будут орать тогда, то есть... Здесь это максимум в этом. Как будут усмирять буйных пассажиров? Теперь они будут применять наручники и скотч. Кстати, в Южной Корее уже давно используют шокеры, а в США телескопические дубинки. Что лежит в криптокошельке у Павла Дурова? Там очень много денег, и из интересного там ровно 1488 монеток с живописным названием хуй. Почему нельзя выходить замуж за парней с именем Илья? Я считаю, что можно. Выходите за меня замуж, и я буду ежедневно продолжать снимать вам. Спидран по ТикТоку.
Просто, блядь, я ж дизлайк нахуй. I'm going to cut this tree in half. Так, окей. With plastic knives. Да вот чело делать нехуй. Progress update. About half an inch. I don't know why that burns on there. Oh, hello. About 2.5 inches deep. Когда приехал бабушке в деревню и не понимаешь, чем заняться. О, боже. Очень, блядь. Там в трех точках есть не рекомендовать видео с этого канала. Понял. Актрисе важно понимать разницу между героиней, которая знает и не знает, что парень изменяет ей с подругой напротив. Так. Если узнаешь, что он изменяет мне, прибью обоих. Актрисе важно понимать... Понятно. Разницу. Чтобы получать хорошие оценки, нужно просто манипулировать учителями. Так у тебя одни двойки. Я еще не начал. Вы не знаете моего потенциала. Выпускной — это праздник лицемерия. Нет, мне кажется, вторая часть. Не пойдешь на него? Пойду, но в джинсах и свитере, чтобы испортить все фотки. Зачем мне физическая сила? Мое главное оружие вот здесь. Прыщи или что? Мое главное оружие — мой мозг. У тебя патроны, походу, закончились. Двойка — это просто показатель того, что мой интеллект нельзя оценить в школьной системе. Ты ж только вчера плакал. Бля, ну, интересно, я просто в школе вот таких чуваков не встречал. Наверное, просто когда я учился в школе, еще не было так популярно блядское аниме и прочее дерьмо, поэтому маленькие объекты боссы не косили под такую парашу, а косили под какое-то говно другое. Поэтому вопросы больше к гораздо более молодым чувакам, которые учились в школе, ну, например, которым лет 20, 20 с копейками. У вас в школе вы встречали какого-нибудь того, такого? Ну, хоть какой-то пример. Просто я ни разу не встречал. Привет, Клир. У меня на работе такой чел есть, ему 35 примерно. На работе 35? Так, ты уверен, что такой? Ой, бля. Нет, не было. Плакал, чтобы справили. Я манипулировал. Ну, короче, не жиза. Я не могу дружить с людьми, я вижу их насквозь. Слишком хорош в психологии. Что ты читал по психологии? Аниме. Слыхал о таком? Люди с высоким IQ не бывают счастливы. Сложно жить, когда слишком хорошо понимаешь этот мир. Ты вчера в лифте заблудился. Я хотел вас запутать, чтобы получать хороший... Понятно. Нахуй? Это самая дорогая модель для съемки рук в мире. Каждая ее рука застрахована на... Бля, мы видели это. В полноценном видео. Но это хуйня, постанова. Мне племянник про таких одноклассников говорил. Бля, может, он тоже пересмотрел это видео и такое, типа, блядь, да-да. Каждый миллион прослушиваний в Spotify. Это сколько долларов? Смотрите, как работает Spotify. Вы заплатили $10, я заплатил $10 за ежемесячную подписку. Условно, вы послушали за этот месяц только Молод Назара и послушали его там 900 раз. Я в это время слушал такого артиста, как Дархан Джуз, и тоже заплатил $10, но послушал, ну, условно, чтобы легче было считать, там, 100 раз за этот месяц послушать Дархан Джуза. То есть Spotify что делает? Он берет наши $10 ваши, 10 мои, $20, считает, в общем, было 1000 стримингов, и делит $20 на 1000 стримингов. То есть получается, там один стриминг — это 2 цента. Uh-huh. Теперь, чтобы заплатить артисту, он берет эти 2 цента, умножает на ваши 900 стримингов, на Молод Назара, да. И то есть Молод Назара он выплачивает за это $18, а Дархан Джузу выплачивает $2. Uh-huh. И то есть, почему мои $8 ушли Молод Назару, когда я его не слушал? Каждый миллион прослушиваний. Нихуя не понял, но очень интересно.
Всем привет, меня зовут Настя, это типичный день американской театральной студентки. И если честно, я уже устала, потому что... Если честно, похуй. Смешно. В комментариях вы просили сделать ролл с помощью гаджета. Я достал закрома и выбрал базуку. 180 грамм риса сюда и сюда. И делаю углубление с помощью вот этой вот штуки. Добавляю сливочный сыр, ненастоящего краба и авокадо. И обязательно полосочку спайса, чтобы было вкусно. Закрываю шприц на замок и делаю так, чтобы утрамбовать. Ну а затем выдавливаю все это добро на целый лист нори. Скручиваю ролл и нарезаю его на 10 равных частей. Наливаю соус, добавляю все прибамбасы и зову дочку для дегустации. Фу, чё это такое? Чё, просто надо добавить спайсик и съесть, пока никто не видит. Приятного аппетита. В комментариях вы... Ну, чё-то такое. Просили сделать ролл. Я себе заказал телефон в Европе и потом его через границу с Мексикой в очки. Ready and 3, 2, 1, go. Nice, and slowly bring him up. And walk him down. And hold there. And bring them down on go. And 3, 2, 1, go. Ready. Бля, что-то выглядело, конечно, всрато, бля. Это из фильма какого-то или что? Я просто не узнаю. А, это из Человека-паука? Бля, ну какая-то... какая-то... Из Человека-паука 3? А, бля, ебать выглядело как-то говёно, блядь, пиздец. Так. Блядь. Блядь, это просто версия курильщика, блядь. Это, ой, блядь, что-то... Я с этого тоже что-то кринжу словил. Блядь. Это еще под ебанутым фильтром, вот таким вот. Который, видите, они еще под ебанутым фильтром. О, блядь. Блять. Вообще, это дец. Это девчачий такой. Как это называется-то? Движуха. Они вот так вот делают, как бы, блять, не знаю, почему-то с пацанами это как-то не очень выглядит. Ну, когда пацаны это делают, как-то. Чувак, не выебывайся. Все же видят, что это обычные очки, а не Apple Vision Pro. Ты че, ебан? Он глухонемой. А, блин. Тренд, тренд. Стой! Блять. Чё? Ну такое. Что делать, когда наша прекрасная свеча прогорела и в ней осталось крайне мало воска? Можно поставить ее в духовку на 10-15 минут или же растопить остатки воска строительным феном, если он у вас есть. Дальше мы салфеточкой убираем фитили и еще раз насухо протираем нашу форму. И вот ваша форма готова к дальнейшему использованию уже как кашпо. Никогда бы сам не додумался, блядь, если бы хотел сохранить форму. И чё? Ну, все, у тебя теперь форма есть. Чё?
Два брата создали феномен в мире кондитерского искусства, погнали Starbucks и набрали миллиард просмотров в соцсетях. Крамбл сделали бренд из обычного печенья, и вот в чем их секрет успеха. Во-первых, искусственный ажиотаж. В начале недели Крамбл сообщают о новом меню и вкусах. У клиентов есть 7 дней, чтобы попробовать. Как только неделя заканчивается, может пройти много времени, прежде чем любимый вкус вновь будет доступен. Во-вторых, упаковка. Они сделали ее яркой, узнаваемой и идеальной для публикации в Instagram. Для клиентов это не просто печенье, а маленький праздник и даже статус. Два брата создали... Блять! Я думал, сейчас какой-то расскажут, что они какие-то печенье сделали чудовищно вкусные. Типа, никто не думал, но они применили в печенье там то-то-то, и он стал, типа, невероятно вкусным, поэтому его все начали покупать. Ой, бля, это пиздец, конечно. Греет... Ну да. Статус. Но серьезно, да, вот как бы смешно это не звучало про статус, но есть такая штука, если бренд подает себя определенным образом, как бы завышает цену, такой... Короче, где вы переплачиваете за все, кроме печенья. То есть там и крутая коробка, и особая подача, и там крутой навороченный сайт в стиле вот этом современном минимализме, еще что-то, все такое вот. И постоянно не хватает печенья на всех. То как бы, блядь, мы кушаем не обычное печенье, а мы кушаем обычное печенье в красивой обертке. Вот, поэтому, да, это действительно может быть определенным образом статусом, как бы смешно это ни звучало. Так, погнали. Чё, блядь, ну? Так, пять, ну. Ну да, так... Так. Блять. Блять, нахуя такой геморрой, ну? Какие три... А, ну я понял. Вот, блядь, вот хорошая в конце реакция, которую он сам обыграл, блядь. Ну, Рил, вот, блядь, то же самое, типа, блядь, нахуя? На этом моменте моя мать вырывает пол тетради, говоря, переписывай. И бьет тебя еще. Тварь мелкая! Ну, так вот. Conan O'Brien likes to say that he spent his life searching for the intersection between smart and stupid. And he said that some people don't believe it exists, but I, like Conan, absolutely do. Case in point, this person's brilliantly stupid suggestion to fix this problem. The stupid part is confirmed. The smart part, I'll have to get back to you. Conan O'Brien likes to say that he spent... Понятно. Я был... Excuse me, bro. You're excused. Эх, это братья сестринский юмор. Смотрел ли ты первую часть новой Дюны? Да. Рекламная компания Ким Кардашьян запустила новый тренд Office Siren. Это такой стиль стервозной секретарши из мира высокой моды. Короче, кожемятька Кор нервно курит в сторонке. В последнее время я люблю наносить сначала контуринг, а потом уже высветляющий консилер по лифтинговым линиям. Получается такой красивый переход, как будто меня и не выгоняли из художки. Этот макияж довольно матовый, поэтому не жалеем пудры. Посмотрите на тот же лоб инстасамки, вы видите там блеск? Я тоже нет. Мой любимый этап... Ощущение, как там ямчик после похмелья. Скрываем наследие моих татарских предков. Давайте сделаем вид, что мне очень нравится, и я не буду их заклеивать. A few moments later. Мой внутренний перфекционизм победил. Почему он появляется только в таких ситуациях? Новый инсайт, который пришел ко мне в потоке. Оказывается, чтобы скрыть брови, нужно оранжевым пигментом скрыть сероту. Нет, не Милохина, а серость, в смысле. Пигмент. Дальше у нас идет тонал очка. Женская логика — скрыть одни брови, чтобы нарисовать другие. Но у нас она хотя бы есть. Да, Маканчик? Рекламная кампания. Косметика — это читы, блядь. Ну, я могу сказать так, что все же она не всем помогает, блядь, мягко говоря. Ой, он досмотрел? Ну, потому что я думал сейчас, ну, как бы увидим результат какой-то особый, а... Я бы заебался только краситься. Но когда твое
лицо, так скажем, не такое, какое бы ты хотел, а тебе хочется, чтобы все считали, что ты на самом деле выглядишь иначе, намного лучше, то ты стоял бы и по 5 часов это делал. Так что... Это скиммер. Because of this? О, да-да. Да-да. Вот, кстати говоря, и на банкоматах такое можно стоять и так далее. Кто не понимает, это, короче, блядь, ну, скиммер пиздит... пиздит ваши эти данные, которые уводите. Там пин-коды и так далее от карты. Такие накладки фейковые. Нам. Он сейчас снимет, видимо, а там уже будет точно такой же, но нормальный циферблат. Вот так вот, да. Да, ребята. Это на самом деле пиздец, как часто можно встретить. Нихуя себе еще, как мы сделали. Полный вот так вот. Give it to your manager. They know what to do with it. Вот так вот. Хуй определишь еще? На самом деле, если немножечко буквально посмотреть, как они вообще работают, какие они на вид, как они отличаются, то это в целом их достаточно нетрудно обнаружить. Вот. Так что... Но в любом случае жертв огромное количество, потому что ты не всегда об этом думаешь, ты можешь просто пам-пам-пам. Вот. Да вот там. Да. Друзья, жарим соленые огурцы. Маринованные. А нет, не огурцы. Жарим сыр. Проверяем очередной ваш шедевр. Нагреваем сковородку. Сыр любой. Та-дам. А, соленые они. Так, и чё? Еще один сверху положим. Чтобы перевернуть. Побольше сыра. Еще один, может, хочешь? Прикольно. Наверное, как самостоятельное блюдо это странновато, но, например, с хлебушком и колбаской. Ну что, готовим? Да. Там еще вроде автор шортса писал, что менеджер был недоволен тем, что сняли скиммер. А, ну может быть. Это здорово. Попробуйте. Охуенный шортс, блядь, спасибо. Так, сразу хуйня. А у нас бюджет? Нет бюджета. Хотела узнать ваши расценки. Блять, нет ни лайков, ничего! А какой у вас бюджет? О. Нет бюджета. Ну, хотел... похуй на это, так. Ебать. У нас у некоторых бизнес-план промышляют, клеят QR-коды и оплаты на уже имеющиеся. Но, может, их мало или не поймали, но дальше пока эта тема не развивалась. Ебать, блять, что могу сказать? Fucking windy. Да, блять. Там нет ровных дорог. В смысле нет ровных дорог? Откройте сейчас Google панораму в любом месте Нью-Йорка. Посмотрите, как выглядит асфальт в Нью-Йорке. И сравните с Тверской. Просто я поржу. Считается, что в Америке, ну, по крайней мере, хайвей, конечно, считается, что там хорошо, конечно, там все самое лучшее на свете, а все самое плохое сюда свозится, и еще сверху сидит тиран, на всех срет. Конечно, это мы живем, еще кровью все это поливается для красоты. Там нет ровных дорог. Ну, не знаю, на самом деле, как там в Нью-Йорке касательно дорог, но могу сказать, что там это отдельный рофл, там действительно
До пизды абсолютно таких же, вы не представляете, один в один ёбаных, блядь, заплаток миллиарды. Тоже, блядь, пробоинов, их, правда, много. Вот этих вот, знаете, когда едете, и вот чуть-чуть первый слой асфальта такой вот немного разъебался, и как бы не яма образовалась, а вот такая, ну вы поняли, да, как бы, ну, такой верхний слой где-то там откололся чуть-чуть. Вот, это правда есть, я думаю, что это не проблема посмотреть, чекнуть самому, это действительно такая хуйня. То есть думать, что там максимально идеальные дороги везде... Увы, это, конечно, это да. Погнали дальше. Нахуй сразу. Что происходит в этом странном месте? Это что, гигантская кровать? В Италии есть место, которое выглядит как отель. Вот только делать здесь можешь все, что хочешь. Смотри, заходишь в розовый пушистый гардероб, надеваешь розовую шубу. Дальше ныряешь в бассейн, где вместо воды куча шариков. А чтобы выйти, придется ехать на роликах. Сохраняй локацию. Что происходит? Ну, на разочек прикольно пройтись, посмотреть всякие такие локации, какие-то странные, да? Я думаю, окей, но буквально на разочек. Я был в Дубае, ну, не в таком, а немного в другом, там, короче, прикольное место. Как же оно называлось-то, блядь? Забыл. У меня, блядь, сторис есть. Ой. Там светом и разной хуйнёй сделал. Очень круто было. В некоторых моментах прям было очень круто, очень вайбово. Как высверлить квадратное отверстие? Блядь, нахуй мне надо. Так, две разные реакции. Так, здесь остановили. Прикольно, кстати говоря, он это, ну, прикольно. Прикольно делать, да? Да даже лайк поставлю. Не мучает ли совесть русскоязычное население за что? Так, давайте. Блять. Ну вот это забавно. Вот это забавно. Не-не, это забавно прям. Блин, не знаю, прикольно. Ой. Ебать, они охуевшие, вместо того, чтобы попросить прекратить, сразу ломают все нахуй, выдергивают из рта трубку. Ну, справедливости ради, мы не знаем, просили ли они его нормально до этого, потому что видео начинается уже с определенного момента. Ну, а во-вторых, надо понимать, что у многих людей, которые обременены хоть какой-то властью маломальской, у них рвет крышу даже с того, что вы считаете полной хуйней, это полный бред, но рвет крышу, и они прям вот доминируют. И на самом деле все это форма самоутверждения, самореализации. Недаром говорят, что человека надо проверить деньгами и властью. Это самые ебанутые проверки на самом деле. Потому что именно под этими вещами люди безумно сильно меняются. Если человек обладает какой-то властью, маломальской, хотя хоть какой-то, да, при этом деньгами, и он остается таким же в целом, значит, можно сказать, что он прошел проверку этими вещами. Но большинство людей не проходят, потому что изначально ты такой обычный-обычный, а потом становишься миллионером, допустим, и начинаешь творить полный пиздец. Потому что, наконец-то, у тебя есть возможности, а в случае, если ты обосрешься, ты можешь откупиться или еще что-то. Ну, короче, начинает крышу сносить. То есть в тебе это всегда сидело, это гнильцо какое-то, но... Оно просто не могло выбраться, потому что у тебя рычагов не было, которые позволили бы. А тут появились, и хоп, вот твоя натура. А ты поменялся при проверке властью деньгами? Деньгами ты уже проверен. Властью? Ну, смотря... Блядь, ну не хочется здесь, на самом деле, на эту тему рассуждать, сейчас что-то говорить, но смотря какой власти ты говоришь.
В какой-то степени, наверное, я ее прошел. Ну, если ты говоришь, если бы я был президентом, конечно, я не знаю, ну, типа. Да, просто сейчас бы мы это, ну, не будем это обсуждать, нет смысла. Так, проверяем сорбет из двух ингредиентов. Ой, в пизду тебя, неинтересно. Друзья попросили приютить на время их кошку. Кошка на диете, кормят... Иди нахуй. В этой игре в начале партии на столе будет лежать... О, это, господи, забыл. Это европейка, очень популярная игра с огромным количеством дополнений. Бля, я забыл ее название, пиздец. Может, что-то сейчас напомнит. Каркасон, точно, Каркасон, Каркасон. Кстати, неплохая игра, на самом деле, неплохая. Простая, интересная и куча-куча разного этого. Жать вот такой квадрат. В начале своего хода каждый игрок берет один квадрат, присоединяет его к общему игровому полю и может разместить на только что присоединенный квадрат своего мипла. Следующий игрок берет вот такой тайл, присоединяет его вот так и размещает на дороге. Там написано, а, блять, я просто не смотрю вообще сюда. Я даже не видел, кстати, что здесь эта хуйня. Своего разбойника. Интересно, какой квадрат достанется другому игроку? О! Монастырь. Если разместить монастырь вот таким образом, то дорога окажется завершенной и принесет сопернику 3 победных очка. Зачем же дарить сопернику 3 победных очка? Лучше разместить монастырь здесь и отправить сюда своего монаха. А на средневековой улице игрока, который играет прикольная желтым игра. Цветом, праздник, потому что он завершает строительство города и получает за него 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 победных очков. Перемещаем щитовода желтого игрока с нуля аж до 8. В эту игру могут играть 2, 3, 4 или даже 5 игроков. И называется она Каркасон. Да, я бы рекомендовал, на самом деле, если вы хотите просто чилить на уровне рандома. Ну, там не только рандом, конечно. Вам нужно в любом случае еще понять, как правильно ставить эти тайтлы. Вот, но рандом все равно влияет. Просто хотите посидеть, почилить. Вот так вот пособирать. Там очень много разных аддонов, дополнений. Вот, поэтому. Так, что такое, блядь? А чё это, не знаю. Что у женщин при выстреле, что это? Гильза в трусы попала? Типа в эту залетела, что ли, гильза? Я просто не увидел. А, ну да. А, ну да, вон она залетела. Да-да-да, в сиськи, блядь. Ой, бля, не приспособлена ни для чего, нахуй, блядь, пиздец. Бля, нахуй эту хуйню. В пизду этого говноеда, блядь. Мемы, блядь, с ним. А без пива что, никак, что ли? Ты сам понял, что сказал вообще, нет? Да, точно, тупанул. Я забыл. С праздником. Тебя. Не понял. Я из-за того, что не пью практически, я не понял прикола вообще. Не понял, в чем юмор-то, в чем шутка заключается. Работал ресторан, где официанты обязаны грубить клиентам. Они оскорбляют, показывают средний палец, бросают блюда на стол или ставят их на соседний столик. Приносят напитки и ждут, когда сами клиенты заберут их с подноса. Бросают меню на пол. Тем не менее, закусочная всегда полная. Люди приходят за необычными ощущениями. В Австралии заработал... Пусть приходят на мои стримы, блядь. Если им не хватает унижений... Парень докопался до ее стакана, мол, что ты пьешь пиво, пока режешь закуски. Хотя у нее в стакане сок. И он спутал ее стакан со своим. Это очень крутая шутка. Женщина в шахматах, Билайк. Wait, where'd the queen go? Okay, you know what these kind of look like to me? Чего, блядь? Типа, реально засунула себе куда-то ее и в этом, типа, прикол? Ебать. Ну, я так понимаю, что она спиздила королеву, чтобы засунуть ее
И на ней, как бы, я не знаю, бля, я не знаю, может быть, ну... Смотрите, какие дебилы иногда заказывают заказ. Так. Он аж тип прям в Сочи. Аж прям 1750 километров. Смотрите, подъехал, заказ за наличку. И не отменяет. Где ты? Алло, здравствуйте. Алло. Блять. Алло. Здравствуйте, а вы где? Я сейчас выхожу, мама в роддоме, сейчас родит меня. Мама тебя родит? Это, отменяй заказ, да. Какой страдаешь. Пошел Ах ты отменяй. Бля, реально охуешь. Бля, это просто пиздец. Еще такие, бля, это, наверное, неправильно, но я считаю, что таких, так скажем, надо ремнем отхуярить жестко. Вот реально, и надо просто ремнем прям хуярить, блядь, чтобы дома, блядь, батя пришел и просто ремнем отхуярил его. Не диалог вел, а именно отхуярил прям ремнем, по-отцовски. Не заказ. Ну и что требовалось доказать? Пи***. Отменил, какая-то малолетка тупая. Ну так вот, блядь. Так. Ну, прикольный парт с этим, как его, да? С саксофоном. Тут. Playing my song, Disco Cone. Бля. Ну вот такой парт с саксофоном мне нравится. А вот девочка, мне вообще не нравится ее парт. Ну прям вот... Вот саксофон, вот парт с саксофоном, окей. Если бы это был просто какой-то микс с саксофоном, мне кажется, было бы интереснее. Ну лично для меня. Здесь наша кнопка в честь 200 миллионов подписчиков. Посрать. Так. Да. Ну что ж, все понятно. Занято. Бля, смешно. В 2017-м. Иди нахуй, я не могу его слушать просто. Это пиздец какой-то, блядь. В 2017-м Фарчан обратил... Это что пиздец? Это пиздец, блядь. Я клянусь, я сейчас бесплатно, я не могу нахуй это слушать, блядь. В 2017-м я не люблю, бля. Висит здесь. Что за план? Зачем? Нет, зачем он? Чему ты учишь моего сына? Любви. Он значит, что ты должен любить всех. Не, чувак. Нет. Точно. Брось его, братан. Брось флаг. Кидай его. Давай же. Нет, мы с этим не согласны. Иди ко мне. Актеры, актеры, да. На глазах у своего сына? Почему ты это делаешь? Зачем его повесила? Актеры, актеры. Любовь к каждому. Послушай, сынок, тебя учит этому твоя мама. Такие решения ты должен принимать сам. С ним все в порядке. Чему ты его учишь? Не быть ненавистником, как ты. Нет, нет, нет. Назад, назад. Я никогда не переставал так думать. Завтра повешу новый. Да? Это мы еще посмотрим. Что это висит?
Ой, случайно 2017. Поставил. Ладно, давай, как Фачан нашел флаг? Фачан что нашел это флаг, висит? Давайте. В 2017-м Фарчан обратил внимание на флаг, который установил Шайа Лабаф в знак протеста против Трампа. Флаг, на котором написано «Ему нас не разделить», круглосуточно транслировался на Twitch, а сам флаг стоял на фоне неба, чтобы никто не определил его точную локацию и не совершил акт вандализма. И Фарчан взялся за работу. Анонны всматривались в стрим с флагом, пытаясь сопоставить направление ветра и движение облаков. А ночью они разглядывали звезды и составляли астрономическую карту. Но произошло чудо. Над флагом пролетели два самолета одновременно. Используя тригонометрию и данные, полученные при составлении карты звездного неба, удалось сузить предполагаемую локацию флага до 8 квадратных километров. Флаг находился в окрестности городка Гринвиль, штат Теннесси. Живущий неподалеку форчановец начал ездить на своем пикапе в этой локации громко сигналя, чтобы остальные могли определить по звуку на стриме, как далеко он находится. И с каждым поворотом его гудок становился все громче. Они нашли... Бля! Ебанутые! Заменили на флаг с лягушкой. И все. Они сделали это исключительно ради мемов. Боже мой, блядь, как вот люди развлекаются. Но они же не просто ради мемов это сделали. Ну, тут об этом, по крайней мере, не сказано. Что это ведь? Зачем вызывать клининг, если можно убраться сама? Это первый вопрос, который я услышала, так, когда заикнулась, что периодически приглашаю к себе домой клининг. И ведь так можно сказать про все. Зачем доставка еды, если можно приготовить самой? Зачем вызывать такси, если можно поехать на автобусе? Зачем просить мужчину донести пакет из магазина, если можно корячиться самостоятельно? Все можно самой, мои хорошие, только вот вопрос. Зачем это делать, когда есть возможность этого не делать? Я не вызываю клининг каждый день, а только тогда, когда понимаю, что дома требуется генеральная уборка, а у меня нет на это времени и желания. На самом деле убираться я люблю, для меня это как антистресс. Практика и общий порядок в доме, конечно, на мне. Вот сегодня я, например, наткнулась на колбу для кальяна, которую я не могла помыть, потому что чисто физически не могла пролезть туда рукой. Но решила попробовать сделать это очистителем клинер. Для этого щетка есть вообще. Вот по факту я просто засыпала средство внутрь, залила горячей водой и надеялась на чудо, которое, кстати, произошло. Я не делала абсолютно ничего с колбой, просто подождала, и вся грязь отошла сама. Это реклама, да. Произошло с моей белой кофточкой спи... Мне уже 30 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин 66 лет. Еще один раз пиздец, столько же, кстати, сколько я уже прожил. Бля, кстати, это вообще пиздец. И я умираю. Я ж просто только недавно себе квартиру... Мне осталось 32 года жить, чат. Квартиру купил. И сколько мне в ней после ремонта жить? 2 недели? Потом сдохнуть, оставить ее детям? Пошли они нахуй. Я сожгу перед смертью квартиру ради детей, чтобы долбоебами не вырос. Еще ж потом в этой квартире мою дочь будут трахать. Какой-то тип с улицы. Какой-то Денис нахуй. На столешнице моей. Мы с женой выбирали, ругались, какую брать. Потом мою внучку там будут трахать. А потом мои правнуки будут смотреть на мои фотки и такие, что за прическа уебанская. Мне... Жиза, блядь. Блядь. Жалко постанова. Rating how well elements compress. Copper. Так. Ну охуеть, папаша. Indium. Zinc. Учитывая нынешний мировой пиздец, надеюсь хотя бы до 40 дожить. Ой, бля, да. Тин. Карбон. Да. Rating how well elements compress.
Опять что? О боже мой. О боже мой. Какой, блин? Заставка с игры какая-то. Уебать кого-то, что ли? Быдля, блядь. О, у тебя новые AirPods. Это зубная нить. Ты что, думаешь, я совсем отсталый? Дай послушаю. Ты что, правда это слушаешь? Что ты несешь? Это Александр Рева? Это к тебе вопрос. Твои же наушники. Но это не наушники, это обычная зубная нить. За 150 рублей. Как это вообще возможно? Ладно, сказать по правде, это самая обычная зубная нить. Но вселенная устроена таким образом, что если ты сильно во что-то веришь, то так оно и будет. В этом весь секрет. Что, правда? Угу. Смотри, видишь тот цветок? Ну? А теперь представь, что это не цветок. А что? Все, что угодно. Вообще все, что ты захочешь. Главное, всем сердцем верь в это. Что ты представил? Своего отца. Бля. Жаль, съехал на такую шутку предсказуемую. Но вообще должно быть очень вкусно. Да, должно быть супер вкусно прям. Бля, какие же блядские футболисты, у них прям, знаете, на автомате какой-то симуляторство и так далее. Этому кинули мяч, попали сюда, он на момент такой, потом такой, кого встал. Блядь, это почему-то так мерзко выглядит, пиздец. Ну вот серьезно, это прям выглядит мерзко. Почему-то, знаете, такое ощущение каких-то, блядь, слащавых... чуваков, которые пиздец выёбываются. И сразу такие, как бы, не знаю, как будто крысичи такие, бля, хуй знает, неприятное ощущение. Не знаю контекст видео, но вообще болбой на домашнем стадионе менее охотно подают мячи гостевой команде. Понятно. Положите три в центр, тогда поговорим. Идет? Вон, смотри, какая красивая девочка. Так, давайте сразу это, нахуй. Вон, смотри, какая красивая девочка стоит. Давай познакомимся. Ой, иди нахуй сразу. Ну-ка. Ебать! Нихуя! Блядь! Бля! Ты свои чё делают, блядь? Специально подставляют.
чтобы потом противник, ну, как бы сделал вот в том предыдущем, чтобы он сделал, то есть у него выхода нет. Бля, ебать! С разбива это пиздец, чё нахуй? Бля, ну короче, здесь разные механики. Чтобы, бля, пиздец. Круто на самом деле. Очень круто. Ну это прям нереальное мастерство какое-то. О! Я смотрю таких видео, если одно из них попалось тебе, значит это твой вариант. Есть ли на вас магический негатив? Давайте посмотрим. По-любому, блядь, я ощущаю зуд какой-то в анусе. Негатив, да, был сделан женщиной. Так. Ах, сука, краник ну. Краник на деньги. На что? Краник на деньги, блядь? Краник на деньги? То есть я еще больше мог заработать? Ах ты, сука. Это не сильная вещь, ее можно снять, она... Со временем может стать, кстати, только хуже, поэтому чем быстрее вы начнете его снимать... Ну, пока только лучше, в смысле имеется в виду, что и ухудшения нет, только улучшения, но... Походу, это такая магия. Тем лучше. Давайте посмотрим, каким образом... с помощью мужчины... Блять. Да, с помощью мужчины. Кстати, буду помогать что? Вам. И закрытая карта. Что ж, это значит, что... Информации я вам дала уже достаточно. Да. Ну, еще одну карту подсмотрю. Что это значит? Знаешь, что информации уже дала достаточно. Блять, насколько бездарная эта манда ебаная, блять, со своими клешнями, которые накрасила там какие-то уебищные абсолютно цвет с уебищными ногтями, высирает. Сила, спасибо. Бля, бомж сраный в метро, и то тебе погадает более правдоподобно. И напиздит складненько. Силе, да, его можно снять. Можно да сделать я уже чистку. Понял-то. Ну. Вот. Физически, возможно, будет недомогание. Бля, бездарная хуйня. Вот это вот. Пизда, это просто жесть. Даже эту хуйню не может, блядь, сделать. Грамотно. Какие же бездарные, блядь. Изменять нельзя, но вот какая мысль посетила мою голову. Было бы круто, если все-таки мне было бы можно. Если по правде, полностью выступаю против измен. Да, спасибо большое. Потому что ты можешь попасться. Тем не менее, я все-таки нашел парочку лазеек. Первый вариант. Это ты заводишь любовницу, вы едете в гостиницу, занимаетесь сексом, и ты сразу же ее убиваешь. Есть второй вариант. Нужно изменить с девушкой, которая глухонемая и у которой нет рук. Потому что что она, моя жена, станцует, блядь, что я изменяю? Нужно изменить с девушкой, которая очень похожа на твою жену. А когда тебя поймают, сказать, я думал, это ты! Ну и четвертый, оптимальный, это нужно изменить сумасшедший. Потому что она будет ходить возле метро с тележкой, что-то я ебалась с Усовичем. Я такой, не слушай, дорогая, пойдем. А сам ночью возвращаешься к ней, достаешь ее из мусорки и такой, ты меня сегодня сильно напугала. Изменять нельзя. Ну, окей. Так. Блять, говна. Yo, why are you live streaming your neighbor? What do you call? We get paid big in this hand. I raise to 40 and get two callers. The flop is 654. Checks to me. Let's take a free card. Now that's a good card. Checks to me again. Let's build up the pot. 90? Call 90. They both make the call. Deuce of hearts. We make our flush. Would you look at that? Filthy. Absolutely filthy. Bet 375. Zara makes the call. We show our cards. What do you think she had? Comment below. Нормально. Играл в покер IRL? По-моему, да.
Блять, что, сука? Это кузня Робинсона. Ранее он сделал болты с двойной резьбой из алюминия и бронзы. Сначала использовал 3D-печать, потом сделал из металла. Штука получилась крутая, он с ней игрался. Но, говорит, очень громко раздражало его жену. Но он вдохновился и решил попробовать сделать что-то еще круче. Используя CAD-моделирование и 3D-печать, сделал мега-двунаправленную резьбу. Зигзагообразную. Это кузня Робинсона. Ай, блядь, понятно. Чего-чего? Блядь, что за выебоны у этого бородача, блядь, нихуя? Надеюсь, чел в кепке его сейчас просто, блядь, обоссыт. Обоссал. Бородач рестлер, он шоу устраивает. Ну, не знаю, я такое шоу не очень люблю просто. Эта дама должна мне $20. Я заплатила ей двадцатку, а она мне не отдала то, что должна была. Для чего? Ну, неважно, для чего я ее дала, но она должна вернуть деньги, если не оказала мне услугу. Хорошо, вы собирались купить какие-то наркотики. Да. Какие именно наркотики вы хотели купить? Кокос? Да. Вы ей дали $20. Я дала ей $20, а она насыпала мне штукатурки. И теперь вы хотите вернуть свои $20, потому что она не продала вам кокос. Она мне насыпала штукатурки. Могла бы просто сказать, сейчас нет. Что произошло? Она приходила к нам недавно. Раньше неподалеку жили люди, которые продавали наркотики. И она спросила, у вас есть что? Я сказала, нет, детка, мы ничего не продаем. Она ушла, потом вернулась через 10 минут и закричала, верните мои деньги. Я говорю, нет, вы здесь ничего не покупали. Я не продаю наркотики, я вообще проститутка. Эта дама должна быть $20. Блять, поворот, которого мы не ждали, блять. Sometimes you just have to go all in. Вау, неплохо. Raise to 125. Так. One caller. All in пойдет, блять. Two callers off to the flop. 4-4-3-2 diamonds. Wager 75. Wager. Call 75. Call 75. Ну-ка. О! We make the nut flush. На, на, на. Бля, ну это жестко. Bet 275. I make the call. Three ways to the river. Deuce of spades. All in. All you can eat. Easy peasy. Sometime. Неплохо. Привет, крутой. Сегодня я узнаю всю правду о доставке о-суши от Виктора Бурда. Да похуй. Интересно, а почему эта игра называется «3000 негодяев»? Наверное, потому что если взять одну из 50 карт особенностей и добавить к ней одну из 60 вот таких прозрачных карт профессий и... Ого, прикольно, кстати. Потом совместить эти карты вот в таком протекторе, получится один из 3000 негодяев. Вот это вроде бы дерзкий негодяй. Добавим к нему профессию, и это уже дерзкий дворецкий. Прикольно, кстати. Прикольно. Наверняка тусить негодяи будут в салуне, а вот что они будут делать в лаборатории... ВК могу написать тогда? Да, напиши ВК. Никсон. Поместье и в депо. Узнаем, когда сыграем в эту настольную игру. В эту настольную игру могут сыграть 2, 3 или даже 4 игрока. И только вы будете применять умный ящик, беспроводной переключатель и, скажем, оживитель картин. Конечно, только ты это будешь решать. Все, пришло время создать одного из 3000 негодяев с помощью прозрачных карт. Допустим, какой будет исследователь? Загадочный. А вот еще один вопрос. Интересно. Блять,
Короче, задумка крутая, но пока вот то, что показали, надо, конечно, смотреть состав игры, как бы она скудная ни была на самом деле, несмотря на такое количество этих, как его, профессий, вот, чтобы вообще это имело смысл. Дизайнер хуй, блядь. Блять, что я посмотрел? И вот иногда я беру с собой на дальние поездки, да, там переезд из одного города в другой, вот ее с собой. Если меня ВСник останавливает, то есть он меня останавливает, я одеваю кагу, и как бы на полном серьезе о причине остановки. И знаешь, там нормально сидишь, разговариваешь, документы ваши. Он на тебя смотрит, у него, во-первых, шок такой, то есть он раз, и он медленно уходит, и уже возвращается с партнером, и они уже вдвоем стоят в окошко, смотрят. Они уже забыли, что ты нарушил, что ты там сделал, понимаешь? Но тебе самое главное держать вот эту до конца. Вот, вот прямо до конца. И вот и... Так, окей, мы здесь все взрослые люди, так? Давайте уже перестанем делать вид, что мы не замечаем слона в комнате. Да-да-да, ты прав. Согласен. Да, уберите его отсюда. Да, пошел он нахуй. Yeah. Ветеран подтверждает свои умения. Где он? Вот он где. О, серьезно? Серьезно? Ты используешь DMR, SVD, SVK? У меня это реально. Заценить человека, не промахиваюсь. Блять, что-то он пиздец какой въебистый, мне это не нравится немного. Он, бля, он ведет себя так, как у него, он ведет себя так, как будто у него ощущение, как будто он это прям, блядь. Ебать, ты что сделал? Это фейк? Ну, может быть, да. Another running headshot. Bada bing, bada boom. Go ahead. Oh, oh my god. Особенно, когда руки убирает от мышки, блядь. В игру ставь на 0, могут сыграть 2, 3, 4 игрока. Так. Как только вы откроете коробку, вы увидите игровое поле. Хватит котикам быть в коробке, достанем их все. Допустим, в начале своего хода я делаю ставку. 4000. Следующему игроку, чтобы перебить ставку, нужно сыграть столько карт, чтобы в сумме было в 2 раза больше, чем на кону. Понятно, хуйня. Бля, как бы с ногой это не дропнул. Бля. Заруинил. Ты смотрел Наруто, да? В пизду. Парни с детьми прям сразу даже дизлайк. Парни пришли заделывать трещину в бетоне. И казалось бы, в этом нет ничего сложного. Однако, когда они подготовили герметик и стали заливать его, оказалось, что трещина уходит глубоко вовнутрь. Они заливали ее снова и снова, потратив на эту, казалось бы, маленькую щель около 3 литров герметика. Спустя 5 минут непрерывного заливания герметика в эту бездонную щель, они все-таки заделали ее. Уважение мужчинам за их терпение и сложную работу. Парни пришли за... Блять, очень сложная вот эта конкретно работа, я его ахуе.
Here's how to make healthy chicken tenders with a honey and chili oil aioli. Dang. You see this tendon right here? Fork goes through it. Pull it out, you see? Oh. Now you got a clean chicken tendy. Throw the tendies in everyone's favorite drink, pickle juice. Blender, babe. Add in some breadcrumbs, fresh rosemary. Расскажи просто самую страшную историю жизни. Да я не ебу, какая из них самая страшная, честно. Enough salt to make the ocean jealous, alright? Okay, maybe not that much. I need you guys alive. Black pepper. Little bit of garlic powder. The rica paprika. 20 minutes later, drain your pickly boys. Bucket. Put your meat in the bucket. Little bit of avocado oil. Get in there like that chicken owes you money. Не знаю, конечно, то, что в огуречном рассоле это все дело замачивалось, пропитывалось, мне что-то как бы не внушает доверия. Breadcrumbs go in. I call this the washing machine. Lay your chicken strips on a wire rack. 4 ounces of QP mayo. 2 tablespoons of chili crisps. 2 teaspoons of honey. And 2 ounces of real sriracha. This sauce goes on everything. When I say you can dip this sauce in anything, I mean you can do it in everything. Mm. Here's how to make... Ну хз.